Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. В свою очередь, украинская сторона будет настаивать на международном расследовании инцидента. Об этом заявил президент Зеленский. Пока нет точных данных о том, были ли на самолете украинские военнопленные и какую именно провокацию спланировала российская сторона. Впрочем, все свидетельствует об очередной лжи оккупантов. И в сети все больше улик о том, что Ил-76 перевозил такие ракеты. Дежурная 5725, слушаю. Алло, это 5725? Да. На связи пункт управления полетами Белгорода. Срочно отправляйте 3 расчета на Яблоно. Что там горит? Упал борт военный. Что на борту было? Борт грузовой ракеты. Какие известны? Это фрагмент перехваченного разговора оператора вышки военного аэродрома с дежурным пожарной спасательной части номер 25 села Бехтеевка Карачанского района Белгородской области. Если это аудио подлинное, то оно приоткрывает завесу очередного кремлевского фейка. А как вы думаете, какую провокацию придумали в Кремле? Напишите свои комментарии, обязательно прочту. А еще поставьте этому видео лайк, если вы все-таки против политики бункерного. Подпишитесь на наш канал и звоните в колокольчик.